Так, коллеги, добрый день. Так, сегодня я хочу рассказать про особенности маркировки по различным группам товаров. Все-таки у нас маркировка достаточно такая острая тема. Большую часть товаров сейчас, ну, она подвержена маркировке. Давайте я сейчас представлюсь. Меня зовут Юрий Шадрин. Я являюсь руководителем отдела внедрения компании CoderLine. Так, ну начнем с программы вебинара. Я разделил на 4 темы, да, нашу программу вебинара. Ну, первый вопрос все-таки цели и для чего вообще вводится обязательно маркировка товаров и бизнес-процессы, как они работают по маркировке. Сроки и порядок перехода на обязательную маркировку по группам товаров. В третьей части расскажу про маркировку товаров в программах продуктов 1С. Но все-таки флагманское решение у 1С это 1С ERP, поэтому все будет рассказано на примере конфигурации 1С ERP. В четвертой части белые пятна маркировки, то есть некоторые особенности, какие проблемы возникают, как их решать, ну и прочее. Ну и в конце вебинара буду готов ответить на вопросы. Так, ну первая тема. Для чего вводится маркировка товара? Так, ну давайте начнем с последних изменений. С 1 июля этого года маркировка стала обязательна для таких групп товаров, как табак, обувь и лекарственные препараты. Сегодня у нас 14 октября, и наших коллег, да, вот некоторых коснулась обязательная маркировка. Это те компании, которые занимаются духами, туалетной водой и фототоварами. Следующие на очереди это компании, которые занимаются шинами и покрышками. Их ждет маркировка, ну, обязательно маркировка с 1 ноября. Так, сократить, ну, для чего нужна маркировка? Для того, чтобы сократить оборот контрафактной продукции на нашем рынке товаров, получить прозрачность по всей цепочке оборота продукции и контролировать уплату налогов на каждом звене. Обеспечить конечного потребителя достоверной информацией о купленном товаре. Ну, то есть это сроки годности, изготовитель и прочие характеристики. Так, немного об операторе системы маркировки. Наше государство создало такой орган, как Центр развития перспективных технологий, ну, сокращенно ЦРПТ. ЦРПТ сделал свой портал, да, это честный знак .рф. На данном сайте можно почерпнуть информацию о маркированной продукции. По каждой группе товаров. Также прошу обратить внимание, что на сайте честного знака ведутся записи вебинаров и выкладываются видеозаписи вебинаров по определенным группам товаров. У большинства участников оборотов всегда возникают вопросы, и вот большинство ответов, да, на свои вопросы вы можете получить на сайте честного знака. Ну, по большей части на этом сайте отражена информация с точки зрения законодательства. То есть, каким образом вам поступить. Идем дальше. Так, как работает система маркировки? Первый шаг, да, производитель выпускает продукцию и заказывает коды маркировки в ЦРПТ. Это уникальный код, он присваивается каждой единице товаров. Производитель получает эти коды. Наклеивает на свои товары и после этого отражает информацию в честном знаке о том, что данные товары введены в оборот. Следующий путь, да, производитель отгружает продукцию, ну, как правило, оптовому поставщику. Оптовик получает информацию из честного знака, ну, то есть все коды маркировки он подгружает из честного знака. И система видит, да, что производитель выпустил так продукцию и отгрузил такому-то поставщику. Поставщик отгружает свой оптовый поставщик отгружает продукцию в розничный магазин. При приеме в розничном магазине сканируются коды и отражается информация о том, что розничный магазин стал теперь владельцем данного товара. Розничный продавец, да, продает уже конечному покупателю и процесс вывода из оборота маркированной продукции, он отражается через онлайн-кассу.
И конечный покупатель, он может по коду маркировки проследить всю цепочку, кто произвел, когда произведена, и вся цепочка от производителя до розничного магазина. То есть какие были поставщики, промежуточные и прочее. Можно даже посмотреть, в каком городе произведена, в каком городе этот товар был, ну, всю историю данного товара. Ну и конечный потребитель, да, конечный покупатель, он будет уверен в том, что получил качественный товар, то есть это не контрафактная продукция. Теперь давайте более подробно. Здесь у меня схематично описан процесс маркировки, да, каким образом все это отражается в системе. У нас есть, ну, так условно назвать, три участника, ну, три группы участников оборота маркированной продукции. В первую очередь это производители и импортеры. Производители производят продукцию, импортеры ввозят в Российскую Федерацию из-за границы. Данные участники, им нужно в первую очередь сделать заказ кодов маркировки. Коды маркировки заказываются в ЦРПТ. С помощью систем станции управления заказами формируются коды маркировки и отправляются производителям, либо импортерам. Импортеры наносят коды маркировки на свою продукцию и отражают информацию в честном знаке о том, что данная продукция введена в оборот. После этого можно уже отгружать следующим участникам оборота. Следующие участники оборота – это оптовые компании. У них два основных бизнес-процесса: отразить поступление товаров, маркированных товаров из честного знака, и подгрузить все коды маркировки. И отразить отгрузку уже следующему звену. Следующее звено может быть либо оптовиком, либо розничным продавцом. На данном слайде у меня упрощенная схема. Да? Следующая группа товаров – это розничные продавцы. Они отражают факт поступления маркированной продукции. Из честного знака поступают коды маркировки. При продаже коды маркировки сканируются и выводятся из оборота с помощью онлайн-кассы. Так, есть ли выгода от использования системы маркировки? У нас есть, ну, три стороны, да, по маркировке. Первое – это потребитель. Потребитель получает уверенность в том, что он получил не контрафактную продукцию, то есть товар качественный, который не будет влиять там на здоровье, жизнь, да, и прочее. Ну, то есть потребитель уверен в том, что получил товар надлежащего качества. Бизнес получает какие преимущества? Да? То, что выручка растет и повышается конкурентоспособность белого бизнеса, оптимизация процессов и снижение издержек, доступ к данным о движении продукции по логистической цепи. Ну, другими словами, участников оборота маркированной продукции принуждают к тому, чтобы вести учет товар, ну, товарный учет. Да. Для этого большинство компаний приобретают уже учетные системы. Это могут быть учетные системы на платформе 1С, либо другие. И, соответственно, начинается автоматизация бизнес-процессов на предприятии. Руководство бизнеса получает прозрачность ведения учета в своей компании, получает управленческие учеты, ну, отчеты и может уже думать над тем, как свой бизнес развивать. Ну а государство получает прозрачность налоговых и прочих сборов, да, то есть повышается контроль над оборотом маркированной продукции. Так, переходим к следующей теме. Так, коллеги, вижу, вопросы возникли. Давайте
Вопросы пишите, я в конце вебинара обязательно все вопросы зачитаю и обязательно отвечу. Ну вот, сейчас не буду прерываться, чтобы мы по таймингу не вышли из режима. Так, следующая тема. Сроки и порядок перехода на обязательную маркировку по группам товаров. Этапы маркировки. Можно их разбить на несколько этапов, да? Обычно на данном слайде указана история, каким образом начиналась маркировка различных групп товаров. Обычно схема по маркировке товаров происходит следующим образом. Сначала проводится эксперимент по маркировке, набираются добровольцы, как правило, это крупные участники товарооборота, это могут быть крупные ритейлеры, крупные производители, крупные оптовики. Они плотно работают с ЦРПТ и, ну, в качестве эксперимента маркируют продукцию, отлаживают все бизнес-процессы и на основании этого эксперимента формируется уже законодательная база. Когда все процессы уже отлажены, большинство вопросов решено, вводится решение об обязательной маркировке товаров и предоставлении инструкций для всех участников оборота. Так, что маркируется в обязательном порядке уже сейчас? Изделия из меха, табак, обувь, лекарственные препараты. В этом году началась обязательная маркировка табака и лекарственных препаратов, ну, практически всех групп. А по обуви несколько раз переносился старт маркировки, ну, старт оборота маркированной продукции. Первые сроки были с 1 января 2020 года. Но бизнес оказался не готов к этому, и было принято решение, что нужно перенести сроки старта. Ну, что и было сделано. А с 1 июля уже оборот маркированных продукций уже заработал по полной схеме. Кстати, тут буквально пару слов про группу товаров, про обувную группу товаров. Пока что это единственная группа товаров, по которым требуется маркировать остатки по упрощенной схеме. С 1 июля 2020 года вся продукция обувная, она описывается по 12 реквизитам. До сентября 2020 года была разрешена маркировка остатков по упрощенной схеме. Нужно было описать всего лишь по 4 реквизитам и назначить, наклеить коды маркировки уже на обувные остатки. Так, давайте перейдем к порядку перехода на обязательную маркировку продукции. Ну, я думаю, что большинство из вас уже знает, да, порядок перехода, но давайте мы все-таки повторимся, да, и быстренько пробежимся по шагам. В первую очередь нужно получить усиленную квалифицированную электронную подпись. У большинства компаний такая подпись уже имеется. В большинстве компаний используют подпись от системы сдачи электронной отчетности. А вторым шагом с помощью электронной подписи можно зарегистрироваться в честном знаке, при этом создается личный кабинет. Следующий шаг – получить либо приобрести дополнительное оборудование и зарегистрировать его. Это могут быть онлайн-кассы для лекарственных препаратов, это регистраторы выбытия, ну и прочее торговое оборудование. Так, следующий шаг – зарегистрировать при необходимости номенклатуру, получить коды маркировки, ввести начальные остатки по товарам, настроить свою учетную систему для обмена данными с честным знаком. По поводу своей учетной системы, да, в 1С бухгалтерии, ну, это система, которая практически у всех компаний, она уже имеется. Вот, в 1С бухгалтерии с большей частью товаров можно настроить обмен данными с честным знаком. Ну и последний шаг – подключиться к системе электронного документа оборота. Практически вся маркируемая продукция, она проходит через электронный документооборот. Помимо того, что отражается информация в честном знаке, еще и покупатели и поставщики работают в системе электронного документооборота. Ну, есть некоторые исключения по некоторым группам товаров, но мы этого коснемся дальше по теме. Так, что предстоит маркировать в обязательном порядке в этом году? С 1 октября
началась обязательная маркировка, ну, начался обязательный оборот маркированной продукции фотоаппаратом и вспышком, а также по духи и туалетная вода. С 1 ноября стартует обязательный оборот маркируемой продукции по шинам и по крышкам. С нового года, с 1 января 2021 года начинается оборот маркированной продукции товаров легкой промышленности. До конца февраля можно промаркировать товарные остатки. Так, что нас ожидает в следующем году? Какие товары предстоит маркировать в порядке эксперимента? Уже эксперименты по некоторым группам товаров уже начались и идут уже вовсю. Это молочная продукция, кресла-коляски, велосипеды и упакованная вода. Вот, соответственно, в следующем году по большей части товаров начнется уже обязательный оборот маркированной продукции. Ну, можно сказать, свежая новость, да? В сентябре этого года было проведено совещание и было принято решение начать эксперимент по цифровой маркировке пива и пивных напитков. Вот, соответственно, сейчас обсуждаются параметры проекта, технические особенности, сроки проведения, формируются группы добровольцев, которые готовы поучаствовать в эксперименте по маркировке пива и пивных напитков. Ну, то есть, скорее всего, в ближайшее время будут объявлены сроки запуска эксперимента. Если есть добровольцы, да, желающие, то можете Ну, обратиться к нам, мы проконсультируем подробнее, как поучаствовать в этом эксперименте. Многие компании, которые занимаются автоматизацией бизнеса, тоже участвуют в этом эксперименте. Вот, мы периодически тоже по некоторым группам, по некоторой части, тоже можем выступать в качестве, ну, участвовать в этом эксперименте. Вот, достаточно интересные темы по маркировке товаров. Ну, как правило, это одни и те же бизнес-процессы, только есть особенности у различных групп товаров. Так, ну, тут самое печальное, да, ответственность за невыполнение требований по маркировке. Как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Вот, согласно статьям Кодекса об административных правонарушениях, все операции с немаркированной продукцией, да, они грозят штрафами. Ну, от 5 тысяч для физлиц, да, и там до 300 тысяч это для юридических лиц. Ну, и при этом все немаркированные товары будут конфискованы. Вот, поэтому прошу обратить внимание и позаботиться о том, чтобы выполнять данные требования. Дальнейшие планы по поводу обязательной маркировки. На данный момент ЦРПТ до 2024 года планируют большую часть товаров уже промаркировать. И в 2024 году планируется создание единой национальной системы маркировки. И данная система практически, да, будет охватывать все отрасли промышленности. Так, ну теперь переходим к практике, как реализована маркировка в учетных системах на платформе 1С. Так, ну начнем с того, что в каких конфигурациях реализована маркировка товаров. Меха, табак, обувь и прочие группы товаров, они реализованы в типовых программных продуктах 1С. Ну, это флагманское решение 1С, 1С ERP, управление предприятием, комплексная автоматизация, управление торговлей, ну, управление нашей фирмой 1С Розница. Сюда не включена 1С Бухгалтерия, но, так как там по упрощенной схеме можно будет это все описывать.
Лекарственные препараты. Здесь история немножко другая. Это, наверное, ну, на данный момент единственная группа товаров, которая в типовых решениях 1С, ну, она не работает, да, и для этого есть отраслевые решения, такие как 1С медицина, больничная аптека, 1С розница аптека, 1С управление аптечной сетью. Вот. Для крупных компаний, у которых есть свои учетные кастомизированные системы 1С, фирма 1С выпустила библиотеку интеграции с честным знаком 1С МДЛП. Ну, МДЛП – мониторинг движения лекарственных препаратов. Так, ну, начнем с того, что на данном скриншоте указаны настройки электронной подписи и электронного документа оборота. Вот, прошу обратить внимание, что данное меню находится в разделе НСИ и администрирование, настройка интеграции с ИСМП. Там выбираете меню «Обмен электронными документами». Устанавливаем галочку «Электронные подписи». С правой стороны настройка электронной подписи и шифрования. Ниже раскрываем меню «Обмен с контрагентами» и подключаем сервис ЭДО. Так, ну, на следующем слайде уже более детально указаны, ну, так сказать, тестовые ключи, да, ну, тестовые электронные подписи, каким образом они регистрируются. Ну, в обмене электронными документами создается электронная подпись и шифрование, и заводится новая учетная запись. Ну и регистрируется еще электронная подпись. Настройка электронной подписи. Настройка производится в разделе НСИ администрирования. Настройка интеграции, обмен электронными документами, электронная подпись и шифрование. И в этом меню создается учетная запись. В учетной записи регистрируется электронный ключ. Электронная подпись. Вы в этом меню выбираете программу криптопровайдера, на котором была создана электронная подпись. Ну, электронная подпись содержит информацию, какой компании был выдан, какому физлицу. Ну и, соответственно, сроки этого сертификата тоже указаны. Так, на данном слайде мы уже видим настройку интеграции с информационной системой маркировки продукции. Обувь, одежда, табак. Фирма 1С в своих обновлениях будет добавлять уже дополнительные группы товаров, ну, по мере необходимости. Ну, сейчас уже духи, туалетная вода должны появиться, шины, покрышки тоже, фотоаппараты и вспышки. Ну, если я не ошибаюсь, в последних обновлениях должны были добавить интеграцию по группам товаров, которые уже сейчас подлежат обязательной маркировке. Вот, интеграция, ну вот на слайдах вроде бы кажется все так просто, да, но все равно в некоторых моментах возникают постоянные ошибки. Ну, я как практик, да, могу сказать, что вот по инструкции все настраиваешь, все равно какие-то нюансы, подводные камни всплывают. Но схематически, да, вот по инструкции, если действовать, все должно работать хорошо. Ну, как правило, может возникнуть проблема с тем, что версия криптопровайдера немножко не та, электронный ключ там просрочен или сделан на другом криптопровайдере и на новом компьютере не работает и прочее. Иногда бывает так, что база очень сильно кастомизирована, ее нужно обновить. Обновление нетиповой конфигурации, ну, занимает много времени и может привести к некоторым ошибкам. Вот, поэтому по инструкции, конечно, действовать хорошо, да, но проблемы все равно периодически будут возникать. Вот, так, на данном слайде, да, вы можете сразу же посмотреть, ввести учет маркируемых товаров, включается данная опция, и указываете
Какие виды продукции нужно маркировать? Ну, какими видами продукции вы занимаетесь? Ну, из списка маркируемой продукции. На данном слайде указано как раз вот, каким образом работает обмен с честным знаком. Ну, здесь имеется в виду сразу же открытие рабочего места обмена с информационной системой маркируемой продукции. Вот, на самом деле все зависит от настроек, да. Как правило, находится в разделах продажи, закупки, склад, производства, но при необходимости интерфейс программы можно настроить и вывести в другой раздел. На данном скриншоте вы как раз можете увидеть, каким образом настраивается обмен со станции управления заказами. Создаете настройку обмена, указываете станцию управления заказами, его адрес. Это все можно получить в личном кабинете ЦРПТ. Производите настройки и, соответственно, записываете данный обмен. Следующим шагом нужно настроить номенклатуру. Указать, что у данной номенклатуры, да, что он является товаром, вид товар и причем маркируемый товар. И указать, к какой группе товаров данная номенклатура относится. Так, ну, после того, как мы настроили номенклатуру, нам нужно настроить шаблон этикетки. Вот, на данном слайде в качестве примера у нас этикетка для обуви. Доступные поля с левой стороны, обратите внимание, код маркировки он выделен, да, и он настраивается. Самое главное, чтобы тип штрих-кода был установлен GS1 Data Matrix. Рабочее место по маркировке в программных продуктах 1С выглядит следующим образом. Что мы здесь видим? Да, вот для производства есть определенные операции по произведению продукции, по закупкам, по складам, по продажам и прочее. С правой стороны, ну, с левой стороны вы видите, какие операции можно отражать. И напротив указано, какие документы, какие уведомления требуется еще оформить, либо отработать. Так, действия в рабочем месте маркировки. На данном слайде указан черновик маркировки товаров. То есть мы должны передать информацию в честный знак о том, что введен в оборот определенный перечень маркируемых товаров. Вот. Прошу обратить внимание, сверху указан статус черновик, да, пока что данные не были переданы в честный знак. Заказ на эмиссию кодов маркировки. Вот, на вкладке «Основное» заполняются основные показатели нашей организации. На вкладке «Товары» мы перечисляем все товары, по которым мы хотим получить коды маркировки. Так, когда мы отправили заказ на коды маркировки, получаем обратную связь из честного знака, да, мы уже присваиваем эти коды нашей продукции. Это все в системе отражается. Статус коды маркировки имитированы, и на слайде вы видите, да, что GTIN уже присвоен. Вот, GTIN можно подбирать из того пула кодов, которые вы получили. Вот,
Дальше печать кодов маркировки, да, когда вы получили коды маркировки, у вас есть возможность их распечатать. Они присылаются в цифровом виде, и учетная система может позволить распечатать этикетки. Ну, на предыдущих слайдах мы уже разбирали, что каждому товару, да, ну, каждой номенклатуре настраивается шаблон этикетки. Ну, можно сделать общий шаблон. Задержусь еще тут буквально пару слов, да, на печати кодов маркировки. Здесь способов печати маркировки, ну, кодов маркировки достаточно много. Варианты какие, да? Некоторые компании просто распечатывают на обычном принтере, вырезают коды и с помощью обычного клея либо скотча наклеивают на коробки, либо на товары. Есть некоторое, ну, есть торговое оборудование, это принтер этикеток, самоклеющаяся бумага, да, заправляется и, соответственно, печатаются все коды. Ну, достаточно удобно для тех компаний, у кого достаточно большие обороты. Вот. Есть еще такой способ, пока он не сильно популярен, но можно маркировать продукцию через RFID метки. Ну, данная технология достаточно дорогостоящая, и не все виды товаров, да, ну, могут, ну, требуется маркировка именно таким способом. Как правило, все через коды спокойно все это настраивают. Так, теперь перейдем к такой операции, как агрегация упаковок. У большинства, вот на практике могу сказать, что в большинстве компаний очень много вопросов возникает по агрегации, потому что при поступлении товаров мы получаем одну коробку, и на этой коробке есть код. Да? А мы, если будем принимать товар поштучно, ну, представьте себе, нам приехала целая фура товара, да, мы будем каждую коробку отдельно сканировать и потом отражать о том, что именно вот эти позиции нам пришли. Вот. Для того, чтобы сократить ручной труд, была разработана процедура по агрегации упаковок. То есть компания, которая занимается отгрузкой, они упаковывают товар, на эту упаковку, на этой упаковке присваивают определенный штрих-код, и в данном штрих-коде содержится информация о GTIN-ах, которые там находятся. То есть операцию по агрегации, да, упаковок отражает поставщик, покупатель принимает данный товар, он сканирует только один код, и после этого ему нужно сделать разагрегацию этой упаковки, чтобы данные единицы, ну, чтобы можно было товары уже поштучно продавать, ну, по каждой единице товаров. Вот. На данном слайде вы видите информацию по транспортным упаковкам. Вот. С левой стороны указан перечень товаров и остаток этих товаров в упаковке. Ну и снизу указаны более детально, какие пары конкретно находятся, ну, с какими реквизитами, характеристиками содержатся в этой упаковке. Так, теперь ну, мы получили товары, да, от поставщика. Нам нужно в первую очередь проверить маркированную продукцию. Каким образом это можно сделать? Можно сделать с помощью терминала сбора данных и загрузить информацию, да, по кнопочке. Либо же, если поставщик прислал в Excel, то можно табличный документ загрузить ну, при приемке товаров и сверить уже по кодам, те ли коды вам пришли. Если будут различия, то вы можете эту продукцию не принимать ну, к себе на баланс.
Действия по электронному документообороту по приему маркированной продукции. По электронному документообороту, если у вас настроен данный сервис, да, от фирмы 1С, то есть в самом программном продукте настроен функционал электронного обмена электронными документами, то в этом случае у вас будет интерфейс «Текущие дела ЭДО». В этом интерфейсе вы увидите, какие документы вам требуется отразить в учете, то есть это поступление и приемка товаров, что следует утвердить и подписать. Ну, интерфейс достаточно дружелюбный и интуитивно понятный. Вот. Ну и плюс к этому, как правило, линия консультации у любого партнера может отвечать на вопросы по работе с данным интерфейсом. Ну, на данном слайде для примера указано, да, отразить в учете, сопоставить номенклатуру. То есть такая операция будет видна и отражена в журнале обмена электронными документами. Так, переходим к последней теме нашего вебинара – белые пятна маркировки, пути решения. Так, в первую очередь хочу проговорить по отдельной группе товаров, да, это лекарственные препараты. Лекарственные препараты в типовых решениях 1С они не реализованы, тут требуется приобретение отраслевых решений. Это может быть управление аптечной сетью, либо 1С библиотека системы маркировки МДЛП. Компании, у которых учетные системы сильно кастомизированы, они могут интегрировать свою систему в целую библиотеку, да, по маркировке, и появится подсистема по маркировке. Данная процедура, ну, достаточно сложная, и здесь без разработчиков, без программистов не обойтись. В некоторых случаях для того, чтобы, ну, так сказать, сделать такое временное решение, да, в виде костыля, некоторые компании эту библиотеку разворачивают отдельно и настраивают обмен с этой библиотекой. Ну, требования законодательства требуется выполнять. Да, через библиотеку МДЛП происходит обмен с честным знаком. То есть весь оборот маркируемой продукции проходит через отдельную систему. Но это к чему приводит? К тому, что у вас плодятся учетные системы, постоянно нужно следить за обменом, да, ну, есть некоторые неудобства в этом решении. Но с другой стороны, это решение достаточно быстро реализуемо. Когда сроки горят, ну, данный вариант, ну, он бесспорно самый оптимальный. Но в дальнейшем все равно данную библиотеку либо нужно интегрировать в учетную систему, ну, либо принимать какие-то уже другие решения. Многие из вас, наверное, знают, что на сайте 1С v8.1s.ru есть мониторинг изменений законодательства. По маркировке можно получить определенную информацию, какие изменения по маркировке, в каких конфигурациях планируется добавить либо реализовать, ну, либо данный процесс уже реализован в некоторых решениях 1С. Вот. Здесь у меня выделен адрес сайта. При необходимости можете обратиться после вебинара к нам, мы ссылки поскидываем. Вот. Кому потребуется сама презентация, тоже по запросу можем скинуть. Так, следующие проблемы, которые возникают, да, проблема с подключаемым оборудованием. Фирма 1С разработала библиотеку подключаемого оборудования, и большая часть торгового оборудования – это сканеры сырых кодов, терминалы сбора данных, онлайн-кассы, ну и прочее. Они проходят сертификацию у фирмы 1С. Когда оборудование прошло сертификацию, оно получает статус 1С совместимо. Если у торгового оборудования есть статус 1С совместимо,
то данное оборудование можно без проблем подключить к учетной системе. Для того, чтобы получить полный список, можно, ну, на сайте ИТС в поисковике задать 1С совместимое, ну и увидеть требования к торговому оборудованию. Либо же на сайте фирмы 1С, да, v8.1s.ru. Там можно посмотреть библиотеку подключаемого оборудования, с каким оборудованием она работает. Так, хочу еще остановить ваше внимание на такой проблеме. Я очень часто слышу от потенциальных заказчиков, от действующих заказчиков, да, предоставьте нам, пожалуйста, опыт, что вы именно маркировкой именно этой группы товаров занимались. Могу сказать следующее. Маркировкой товаров мало кто из партнеров 1С занимался. Ну и конкретной группой товаров, потому что все это ново для всех компаний. Вот. Самое главное, здесь я рекомендую обращать внимание на компании, у которых есть похожий опыт работы с маркируемой продукцией. Везде основные бизнес-процессы, они очень похожи, есть только некоторые отличия, да, по товарам. Но это все выясняется в ходе работ, да, поэтому в первую очередь прошу обращать внимание не на опыт, да, работы, потому что этот опыт мы все получаем. Вот. В этом году наша компания получила два статуса по маркировке. Первый статус – это готовка к маркировке. Наши специалисты прошли сертификацию по маркировке. Также мы получили отзыв о внедрении, да, по маркировке, и получили статус эксперта по маркировке. Вот. А если, ну, в случае обращения к нам, да, по маркировке определенной группы товаров, не удивляйтесь, если мы вам скажем, что данной группой товаров мы не занимались, но занимались другими товарами. А бизнес-процессы похожие. Вот, база знаний у нас имеется. Специалисты, которые маркировками занимались и занимаются, готовы подключаться. То есть тут самое главное, да, тут нужна командная работа, чтобы мы в команде с вами, да, могли вам помочь. Ну, самый ценный капитал, да, все-таки это люди. Вот, специалисты разбираются с любыми проблемами. Вот, в первый раз, естественно, вот, когда вот, я просто помню момент, когда первая группа товаров, да, которая была промаркирована, это алкоголь. Как многие компании страдали тем, что не могли найти компанию, которая занималась маркировкой алкоголя. Но не было на тот момент таких компаний. Все набивали шишки, получали свой опыт. Да, от некоторых заказчиков я слышал информацию, что обратились в такую-то компанию, они нам ничем не помогли, наоборот, запутали, денег взяли, толком ничего не сделали. Вот. Когда уже я со своими коллегами начал разбираться, там, оказывается, большую часть работы, там другой партнер все выполнил, все сделал, там буквально некоторые нюансы нужно было доделать. Вот. Заказчику это объяснил. Ну, заказчик все равно остался с нами работать. Ну, мы там небольшой объем работ сделали и все заработало. Вот, поэтому прошу все-таки не предъявлять, да, такой критерий, как расскажите нам про опыт внедрения маркировки именно такой-то группы товаров. Этот опыт все партнеры, в том числе и мы получаем его. Вот. Мы активно в этом работаем, активно изучаем все вопросы, но сами понимаете, что сейчас маркировка большую часть товаров ожидает, и по каким-то группам товаров у нас очень хорошая компетенция, а по каким-то, ну, такие средние компетенции. Но, по крайней мере, мы опыт нарабатываем вместе с вами, совместно с вами. Вот. Принципы работы мы понимаем. Блок схемы бизнес-процессов тоже понимаем. Ну и все-таки наша компания является профессионалами в области автоматизации бизнес-процессов. Мы практически любой бизнес-процесс можем автоматизировать. Так что прошу обращать внимание именно на квалификацию специалистов. Кто занимался маркировкой, да, кто сможет понять вашу задачу, ваши боли,
А вот с теми компаниями лучше все-таки работать. Ну, с кем найдете общий язык. Так, прошу обратить внимание, что мы проводим онлайн обучение по работе с программными продуктами 1С. По ERP мало компаний проводят курсы, да? В нынешнее время все-таки многие компании до сих пор сидят на удаленке, да, и у нас очень активно набираются группы на обучение в режиме онлайн. Прошу обратить внимание, по каким датам, какие темы обучения у нас имеются. Можете подробнее на сайте посмотреть, либо же обратиться к нам по телефону, либо на сайте оставить обращение. Мы проконсультируем более детально по нашим курсам. Так, ну и презентацию я закончил и сейчас готов буду ответить на вопросы. Так, буквально полминутки, я сейчас в чате посмотрю, какие вопросы были заданы в самом начале вебинара. Так, Владимир Дмитриевич, маркировку еще не подделывают, но Владимир Дмитриевич, смотрите, если маркировку будут подделывать, да, конечный потребитель может отсканировать QR-код и посмотреть, что, ну, данной продукции нету. А если же это двойной товар, да, ну, копировать коды маркировки, ну, достаточно проблематично. Тем более конечный пользователь, покупатель может посмотреть дату вывода из оборота. Очень сложно продать там 2 единицы товара, да, одинаковые с одним кодом. Вот, то есть все тут на усмотрение и на контроль конечного потребителя. Вот, ну, я, по крайней мере, не сталкивался с тем, что коды маркировки подделывают. Чаще всего ну, в практике, да, встречается следующее, что маркируемый товар просто не маркируют, а продают в небольших там магазинчиках. Ну, тут уже наши контролирующие органы, да, там в виде там МВД уже такие компании находят. Ну, сами уже, наверное, все, наверное, уже слышали по поводу контрафактного алкоголя. Раз в месяц, ну, новости где-то проскакивают в интернете, что накрыли там подпольное производство алкогольной продукции. И все из-за того, что там кто-то ослеп или отравился. Вот, поэтому, ну, маркировку, ну, QR-код подделать, ну, достаточно проблематично. Так, следующий вопрос от Ефимова ЕВ. Как отправляются коды маркировки? В электронном виде или честный знак печатает их и отправляет производителю? Коды маркировки честный знак отправляет в электронном виде. Он обрабатывает заказы на коды маркировки по каждой группе товаров. Но если вот представить электронный документ, в электронном документе есть табличная часть. В табличной части перечислены все позиции товаров, и каждой позиции товаров присваивается необходимый код. С помощью учетных систем эти коды, они уже выводятся в графическую форму. Да, это привычный такой QR-код, который можно уже распечатать. Так, Владимир Дмитриевич, Майборода. То есть каждый код индивидуальный для каждого товара. Да, все верно. Для каждой единицы товара есть свой уникальный код. Ранее, вот несколько лет назад, вот просто если взять первую группу маркируемых товаров, да, это алкоголь, а раньше маркировалась только партия товара. То есть можно было посмотреть, откуда, ну, с какой партии там бутылка алкоголя была отгружена.
Вот. Но с некоторых пор, там, по-моему, с 2018 года, алкогольная продукция уже перешла на помарочную маркировку. То есть можно отследить, каждой бутылке присваивается уникальный код. Вот. Сейчас для каждого товара тоже индивидуальный код присваивается. Но если не касаться маркировки обувных остатков, то да, каждый код он индивидуален и присваивается каждой единице товара. Вот. Если касаться обувных остатков, то там тоже код, конечно, уникальный, но он содержит в себе всего лишь 4 характеристики, вот, которые не полностью описывают этот товар. Ну, по крайней мере, можно узнать производителя, там вид обуви и владельца. Так, тут у нас проблемы со звуком. Так, М. Олег, есть большая проблема по маркировке обуви, а именно с агрегацией обуви в транспортные упаковки. Агрегацию необходимо делать уже на этапе заказа, а затем автоматически при получении обуви сопоставить заказ и поставки. Этого просто нет в 1С, и это просто рушит весь процесс маркировки, либо требует нечеловеческих трудозатрат по сопоставлению продукции, заказанной и полученной. Знаете ли вы об этой проблеме и как 1С намерена ее решить? Так, Олег, в данном случае напишите нам, пожалуйста, так, коллеги, прошу прощения. Сейчас еще небольшой технический сбой, но я думаю, что мы сейчас справимся. Сейчас отвечу на все вопросы. И думаю, больше уже обрывов, наверное, не случится. Так, Олег, смотрите, то, что касается агрегации упаковок, все-таки хочется индивидуально с вами пообщаться, да, и более детально вашу ошибку снять. Если вы занимаетесь агрегацией упаковок, да, ну, агрегацией обуви в транспортной упаковке, то у вас должна быть регистрация в Uniscan GS1. Вот, тогда вы можете генерировать коды именно на транспортной упаковке. После этого уже на сгенерированный код вы можете уже упаковывать единицы товара. Вот. Так что данный вопрос решается, да, если я не ошибаюсь, в программных продуктах 1С в последних релизах конфигурации все эта проблема уже решена. Вот. Здесь уже больше такая методическая помощь потребуется. Так что, Олег, в конце, ну, на последнем слайде будет наш адрес. Можете написать нам письмо, да, с пометкой для меня, для Юрия Шадрина. Я, ну, обязательно обработаю ваш запрос и до конца недели с вами свяжусь. Ну, могу связаться и более детально обсудить ваш вопрос. Так, Олег, еще от вас вопрос. Что касается шаблонов этикеток? Тоже есть проблемы. Типовые шаблоны товаров и упаковок не позволяют печатать коды маркировки плюс изображение товаров. И лечится это только программно в коде конфигурации, либо в расширении конфигурации. 1С намерена исправить эту ситуацию. Сейчас в данный момент ответить точно и четко вам, ну, однозначно сейчас не смогу. Мне нужно будет посмотреть, каким образом настраиваются шаблоны этикеток. Скорее всего, да, вы правы, это нужно делать небольшую доработку, либо расширение. Но я бы, наверное, рекомендовал сделать это все-таки внешней печатной формой. Ну, в основном в этикетках должна содержаться определенная информация. Да, о товаре. А изображение сюда, ну, я, честно говоря, не уверен, что можно добавить изображение. Хотя, с другой стороны, я бы посмотрел сначала макеты этикетки, а можно ли там просто расширить этикетку и добавить поле, изображения.
Данный вопрос, ну, Олег, напишите нам обязательно, я с вами этот вопрос тоже индивидуально готов обсудить. Так, Санчес Карлос, как вы думаете, будет нужна система ЕГАИС, если алкоголь будет также маскироваться по системе маркировки по группам? Так, Санчес Карлос, прошу уточнить вопрос, потому что не до конца понимаю. Если вы имеете в виду подделка, да, по группам определенным, то вот с алкоголем могу сказать следующее, что там маркировка алкоголя уже давно ведется, и многие вопросы по контрафактному алкоголю уже давно решены. То есть поделать достаточно проблематично. Но все, наверное, заходили в магазин, да, покупали алкоголь. Но там продавец при продаже алкоголя, он сканирует два кода. Вот. И если вам продают алкоголь и только там один код отсканировали, да, то стоит задуматься, да, и сразу же проверить этот алкоголь на все-таки качественный он или нет. Так, ну, дальше. Владимир Дмитриевич, моя борода. Для гашения кода отдельное устройство обязательное требование. Так, если вы имеете в виду для вывода из оборота, да, кода маркировки, отдельное устройство нужно только для медицинских лечебных учреждений. Им требуется регистратор выбытия. Когда они списывают на пациента, они выводят товар из оборота. И это делается с помощью торгового оборудования, регистратора выбытия. Если вы имеете в виду другие группы товаров, то в большинстве случаев вывод из оборота маркируемой продукции проводится через онлайн-кассу. А если через онлайн-кассу, ну, если у вас не прямая продажа, да, товара, а, ну, допустим, порча товара, или там утрата, то вы можете данный товар списать со своих остатков. Либо же, ну, если вы не производитель, да, то можете попробовать оформить операцию по возврату. Так, Санчес Карлос, я занимался ЕГАИС, и мне непонятно, зачем нужно будет ЕГАИС, если алкоголь будет теперь маскироваться по системе маркировки товаром. Честный знак. Ну, на сайте честного знака про ЕГАИС и алкоголь нету, на информацию. То же самое про ЕГАИС лес. Ну, вот Меркурий, ну, государственная информационная система Меркурий, да, это отдельные системы, но ЦРПТ взял за основу маркировки товаров именно практику с алкоголем. Ну, просто все понимаете, что там до 2010 года, да, мы постоянно слышали информацию, ну, в новостях о том, что накрыли подпольное производство контрафактного алкоголя, там люди травились, да, и прочие ужасы были. И поэтому государству нужно было срочно навести порядок в обороте алкогольной продукции. Ну, сами понимаете, алкоголь это достаточно быстрые деньги, да, и практически всем было интересно заниматься этим, потому что там себестоимость, прибыльность была очень высокая. Ну и, соответственно, все доходы, да, такого бизнеса, они скрывались. Вот. Ну и государство сделало, ну, в первую очередь, начало контролировать именно этот рынок, да, потому что люди умирали, слепли, да, и прочее. Вот, поэтому с алкоголем в первую очередь начали его маркировать. Богатый опыт по маркировке алкоголя уже есть. И вот на основании этого опыта сейчас маркируется вся остальная продукция. Вот, Санчес Карлос, если у вас есть конкретные вопросы, да, по ЕГАИСу, то тоже можете написать мне письмо, обязательно с вами свяжусь, и мы с вами индивидуально обсудим вопросы по ЕГАИСу.
Так, коллеги, так, больше вопросов я не вижу. Олег, вижу, что напишите мне письмо. Олег, буду ждать. До конца недели обещаю, обязательно с вами свяжусь, а мы индивидуально все это обсудим. Так, Владимир Дмитриевич, моя борода. Что делать, если мной был обнаружен немаркированный товар в магазине, не единичный товар? Во-первых, вы можете установить приложение у честного знака на мобильный телефон и отсканировать, ну, код на товаре. И здесь вы можете обратиться в правоохранительные органы, да, и будет произведена проверка. Ну, проверка этого магазина. Вот, если это не единичный случай, то, скорее всего, да, действительно, они не выполняют требования законодательства и, ну, должны понимать свою ответственность. Вот. Если все-таки этот товар, ну, эта группа товаров была введена в оборот только недавно, возможно, данный магазин еще не успел перестроиться. Вот. Но я бы на вашем месте все-таки поспрашивал бы сначала у магазина, ну, у администрации магазина, а потом отправил бы жалобу. Так, ну если магазин намеренно торгует, то тогда в администрацию магазина смысла нет обращаться. Я считаю, что тут надо все-таки обратиться в правоохранительные органы, либо написать там на горячую линию честного знака. Вот в приложении честного знака, если я не ошибаюсь, там есть информация по тому, как жалобы оформлять. Вот, так что, коллеги, все в наших руках. Мы, как конечные покупатели, да, и потребители товаров, тоже должны за этим следить. Владимир Дмитриевич, да не за что. В принципе, все в наших руках. Все мы жалуемся на то, что у нас в стране беспорядок, да, все-таки, чтобы был порядок, надо все-таки начать с себя. Так, коллеги, надеюсь, было интересно. Вот, если у вас вопросы появятся, да, в чате Анастасия скинула адрес моей почты, можете писать, либо же обращаться к нам на общий, ну, по общему адресу, да, электронной почте 1s@coderline.com с пометкой «Вебинар по маркировке». Коллеги обязательно обработают ваши обращения, ваши письма, и вся информация до меня дойдет. Так, ну, коллеги, если вопросов нет, тогда спасибо за внимание. Вот, жду ваших обращений. Если было интересно, то очень рад, что вам всем понравилось. Все, коллеги, всем хорошего дня. И удачи с маркировкой.